Всем доброе утро, всем привет. У нас сегодня воскресенье, 19 августа. И мы едем к родителям с утра пораньше, потому что я, по-моему, говорила в предыдущем влоге, что сегодня привозят дедушке кровать и кресло, по-моему. Кресло, по-моему. Вот, и поэтому мы сейчас едем к дедушке, потому что должны приехать с 10 до часу. Сначала сказали, что время с 10 до 4, то есть в это время они могут приехать, но папе утром позвонили, сказали, что с 10 до часу мы точно у вас уже будем. Поэтому едем. Время у нас 9 часов 3 минуты. Вот, как раз к 10 часам мы будем у родителей. Да, и забыла сказать, что вчера мы тоже были у мамы с папой, ходили на море, накупались, но волны были опять большие. Но мы взяли Даниэля круг, вот, и покатались с ним на волнах. Было тоже ничего, так нормальненько. Мы уже у родителей приехали. Время у нас уже 10 часов 5 минут. Смотрите, какие у нас лимончики, лаймы выросли. У нас прямо аж все дерево наклонилось сюда, в эту сторону. Видите, какая красота! Ой, пахнут. Пахнут лимончиками. Лимончиков много. Он как-то растет, этот лимон, на одну сторону. Вот так. Здесь вообще нету веток. Если бы здесь было половину веток, он бы как-то, знаете, так вот, ну, однородно распределялся. А то нет, все ветки на одну сторону. Тут цвет. Так, ладно, не будем зря терять время, потому что кровать могут привезти сейчас, может, еще через час, а может, еще через два. Вот, поэтому буду мыть маме окна. Она давно, кстати, меня просила, но все, не было времени. Вот, так что сейчас как раз вот это вот время пришло. Приехали в наш город, дедушки там все сделали, мама пришла домой, мы пообедали и поехали домой. Сейчас едем по направлению к нашему супермаркету, потому что дома не хватает некоторых продуктов, там молока, яиц, ну все самое такое необходимое. Поедем, поэтому сразу едем в торговый центр, вот, покупать все, что нам нужно. Кровать я показывать не стала, но потому что, во-первых, не было времени, во-вторых, та кровать, которая у дедушки стояла, старый диван, они его вытащить не смогли. То есть там нужно снимать боковые ножки, они это не стали делать. Они сказали, если вы хотите, чтобы мы выносили этот диван, то нужно платить деньги. Вот такие вот ребята. Поэтому папа позвонила папе, папа сказал, пускай оставляют это там в комнате, я приеду, разберусь. Вот, ну, главное, что места им хватило, чтобы собрать дедушке кровать. И диван до сих пор там так и стоит. Но слава богу, что дедушке тоже хватило места, чтобы он зашел в свою комнату, в свое кресло. Потому что на другом месте он не может сидеть, ему тяжело. У него там свои подушечки, ну, сами понимаете. Вот, так что вот такие вот дела. Мы еле-еле там с мамой поставили ему маленький столик, и чтобы он мог там кушать, водичка, пульт, телефон. Ну, короче, все его необходимые, для него необходимые вещи, которые он всегда хочет, чтобы были рядом с ним. Устроили ему там небольшой такой столик, и, ну, диван все равно там стоит, большой диван посреди комнаты. Ну, уже папа приедет и будет его вытаскивать, разберет боковые ручки и потихонечку его вытащит сам, потому что затаскивал он туда его тоже сам. Вот такие вот дела, и вот мы уже подъехали к суперу, так что я выключаться буду. Пацаны не захотели со мной идти, они остались в машине, я оставила им кондиционер, сказала, если надоест и захотите прийти ко мне, то выключите машину, естественно, и придете. Вот, так что я здесь сама делаю покупочки, овощи, фрукты я уже взяла, сейчас пойду молочку, ну и так, как всегда, короче. На обед у нас сегодня будут креветки и макарошки в сливочном соусе. Смотрите, что это за странка сделала с подушкой.
Да, я эту подушку хотела выкидывать, но не в таком виде. Ёлки-палки. Белла, ты что наделала, а? Ты что наделала? Иди сюда. Иди сюда. Куда убежала? Это что такое, а? Белла, это что такое? Вот это вот чудо-юдо, это что такое? Что ты сделала? Что ты теперь голову свою прячешь, ушки поджала? В чем дело, Белла? А? Что это такое? Засранка ты.